Начинать весну с добрых дел для Иваново стало хорошей традицией. 8-й благотворительный марафон «Ты нам нужен» стартовал в воскресенье на разных площадках города. А вот, собственно, и те, для кого все это затеяли. Дети с ограниченными возможностями здоровья, или, как их называют, благополучатели. Маленький Тимофей помощь от ивановцев уже получал. В прошлом году он был участником марафона. Но для лечения этого недостаточно. У мальчика родовая травма, задержка речевого развития. Вместе с родителями он раз в год ездит в Институт мозга в Санкт-Петербург. Там его лечат путем воздействия электромагнитными волнами. Улучшение есть, но прерывать лечение нельзя. Поездка дорого обходится и по билетам, и по лечению. В общем, сейчас на данный момент это около 100 тысяч. Один раз. На следующий год, возможно, это будет еще дороже, потому что приходится снимать квартиру. И цены, соответственно, каждый год возрастают. В развлекательно-торговых центрах в течение 3 недель будут стоять вот такие апельсинометры. Привлекать внимание горожан – задача волонтеров. Ребята предварительно познакомились и разучили кричалки. Нас всех собрали вместе. Сначала для того, чтобы мы более были разговорчивы, нас всех подружили друг с другом. А после нас просили прикричать все кричалки, которые мы сейчас кричим, стоя у апельсинометра. На 1 марта в фонде марафона благодаря депутатам и предпринимателям уже более 1 миллиона рублей. 4 ребенка получили адресную помощь от одного из коммерческих банков. Как сильно скажется на марафоне кризис, пока предположить сложно. Предприниматели раньше давали большие суммы, предлагали. Сегодня они все участвуют, надо сказать им большое спасибо. Но отдельные, конечно, ссылаясь на кризис, конечно, суммы поуменьшили. Но я надеюсь, что это сильно не повлияет на конечную цифру. За 7 лет существования «Ты нам нужен» собрал более 21 миллиона рублей. Хочется надеяться, что несмотря на сложную экономическую обстановку, горожане все же не будут скупиться. Ведь даже 50 рублей могут спасти чью-то жизнь. Всю необходимую информацию и реквизиты для пожертвований можно найти на странице Ивановской городской думы и в группах марафона в социальных сетях. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.